На портале «Живем на севере» подвели итоги опроса за необходимые в губкинском магазины. Горожане выбрали товары, которые хотели бы видеть в новом торговом центре губкинского. Абсолютным лидером голосования стала одежда, с большим отрывом второе место у бытовой техники и электроники. В тройку лидеров вошли и детские товары. Мы соберем предпринимателей наших местных, презентуем наш проект по, скажем так, план по реализации мероприятий, направленных на развитие сферы услуг. Конечно, мы им до них доведем информацию о потребности жителей, о пустующих нишах, скажем так, чтобы они уже задумались, может быть, они возьмутся и покроют эти ниши. Поучаствовать в жизни города может каждый. На портале «Живем на севере» проводят сразу несколько голосований. Горожанам предлагают выбрать объекты благоустройства на следующий год, предложить досуг дошкольникам, выбрать лучшие скверы и площадки, которые появились в этом году. Напомним, за активность на портале пользователи получают бонусы, которые можно обменять на ценные подарки.